Вот это на печи образуется такой вот нагар, потому что сюда мы открываем, тупим, когда, вот еще огонечек, тупим как на печи, естественно, отсюда идет дым, и это все оставляет вот такой вот налет сажи. И сейчас мы проверим, как это работает. Я взяла средство, дала концентрат разведения 1 к 3, и сейчас мы это все побрызгаем. Немного подождем. Возьмем мочалочку. Посмотрим, как работает. Ух ты! Ух ты! Ну, я думаю, тут комментарии излишни. Вот так. Надо мочалку помыть. Ну, хотя и так уже видно, что фактически все отмыто.